Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Зловещий Запад. Всем приятного просмотра. Вон, уже ждут меня. Вон два босса. Задел, собака. Давай к нему! Тихо. Он заряжает не вовремя. Мины ловушки ставят. Вечно не хватает одной. Ай-яй-яй. О, еще один появился. Нежданчик, блин. Ты где был? Я прям аж соскучился. Ты один остался. Ага, да. Баба. Не достал. А-а-а. Не говори, слушай. Все, посмотрел туда. Пошли дальше. Осторожно, спускайся. Так ноги можно разбить. Фига себе, три босса сразу. Ну это так, можно сказать, легко и просто было. Они легкие. Ага. Так, сюда. Походу ниточка нужна. Где ее наверху где-то найти, наверное, можно. А где-то там, походу. Пещерки. Сейчас в пещерку зайдем. Опять застрянешь. Ты тут как широк. Че ты переключаешь сразу на этот? А, это я же переключил. Сколько у нас бабосик? 1024. Мало. Maybe I can clear this with a bang. Mm-hmm.
Bang bang. Yet another mine. Так, так. Ага. Need to find a way up. Man out. Тихо, тихо, успокойся. Тут дорога заканчивается. Тут тоже. Понял. По-другому надо, значит. И как здесь? Что-то надо сбить, да? Он. Да. Платок чей-то висит. О! Для арбалета! О, как хорошо! Чертеж нашли. Заряженные какие-то. Не могу исследовать их? Нет, не могу пока. Опыт нужен. Очко нужно опыта. Мне интересно, это нычка или... Нет. Ну, вон нитка. Потому что там тоже проход есть. Вон туда. Нет, уже туда не спустишься, да? Ну и дурачок. Или там ничего уже нету интересного. Вон там что-то есть. Придется вернуться, блядь. Вниз уже не спускается. Просто там, если маленький... Это неинтересно. Если большой, то это очень даже интересно. Сбить надо что-то. Ага, обратно уже хер вернешься, кстати. Все. Мы взяли, да, вот это, я это взял, мне интересно, персонаж. Да, я все взял. Возьмем пушку. Edgar, are you there? Вам кана. Не-не-не. А ты так такой? Нифига он пулемет. Ага, то есть на время. Понятно. Подожди, вон. Сейчас.
Все, поддох, нет? Да нет, стоит. Вроде бы хны, сквозь него проходит. Ага, я понял. Ничего себе! Ого! Пулемет Рантье! Самое тяжелое и смертоносное оружие Института Рантье. Подходящее для тех, кто готов пожертвовать мобильностью ради огневой мощи. И... 4, понял? Like Christmas in July. Да, с Новым годом, блядь! Так, а ну-ка, спрячь пока. Hey, boyo, guess who's got his hands on the biggest stash of guns and ammo since the Civil War? Yes, me. I wonder why I didn't jump into the most American business there is earlier. Especially when the clouds of an all-out war started gathering over our heads. Someone will profit from it, no doubt. Why shouldn't that someone be me? Yours truly, Chester, the weaponry Caesar. Понятно. Я все понял. Чё тут не пропустил? Вон там что-то есть. А, там спустимся, походу. Денюшка. Так, или сюда, или сюда. Не, я сначала сюда. Пойду там. Чемоданчик ждет. Ого. Нормально так. Все, можно пойти. Воевать. Что вам сказать, ребята? Вам не повезло. Все? Быстренько так. Пушечное мясо. Арбалет возьмем. Пропускаем. А ты это как узнал? Почему ты сразу спускаешься? Да, блядь! Бам! Спокойной ночи, блядь. Да почему ты не берешь пулемет, блядь? Мясо. Тут два крота, походу. Он заряжает не вовремя, блядь.
Мне надо убрать вот этот автоприцеливание. А то оно мне... Сложность обычная. Не надо мне помощь. Он мне только мешает. Постоянно я целюсь не туда, куда надо. Очко! Очко получили! Так, что мы будем с очком делать? Так, арбалет. Заряженный... А, нет, тут... Вот это вот, тут вот надо. Сотрясающий удар. А, мы уже изучили его же. Не, мне это не хочу. Давай это попробуем. Тут бабосов не хватает. Ой, что там было? Ну да. Что же еще? Сейчас пускай подождет, без нас пускай не начинает. Сейчас мы тут соберем. Вон туда надо как-то попасть. Что с тобой? А, там стена, что ли? Не работает? What a waste of perfectly good explosives. Бам! Блин, я так и думал. Next time you go and die like that, you better stay dead. А чё так? Что такой злой, блядь? Noted. Ну руку дай, помоги встать. Спасибо. Damn you, Jess. Your horseplay is gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. What? Что бы ты тут без меня бы делал бы? Опа.
Так, наверх нам надо, да? Так, тут походу их два. Сейчас поднимемся. Пушку бери. Пулемет очень долго заряжается. Но зато, что он может. Ого. Как туда подняться? Туда нельзя, все. Угу. Так, тут что-то надо делать. Понял, это надо сверху. Сейчас подымемся мы наверх. Опять. Так, первый есть. Бум. А что ты застрял? Печать Морока. Или Морок. О. А до этого не было. На-на. Бум. Так, что, обратно спускаться надо, да? Chester knows where Felicity is. Опять с большим будем драться. Не-не. Огонек!
вам помощь. Надо ближе к нему. Ай, блядь. Где он? Сейчас сдохну. Уйди от меня! Куда вот он притянулся, блядь? Долбоёб. Пулемёт возьми, блядь. Слабенько. И пулемет уже закончился. Ой, застрял, сука. Конечно, иди сюда, да-да, ага. Молодец.
Ужас! Что творят, а? О! А вы что тут делаете? Какие худые. Кто ты такой? А ну покажись. Эй, ладно. Эй. Wine! What is wrong with you? Sorry, Chester, force of habit. What did you want to tell us? I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts. Yeah. Like the leeches weren't enough. We need a where, Chester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone. Located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they come from a bank in Carmine. That's her headquarters. But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Там не надо проверять, нет? Chaos. She's headed for DC. Круто. Capital. Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat. Tabana. Tabano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army. Why do you even care, Chester? War is good for business, ain't it? She's gone plumb crazy, making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags, pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. Loque de la vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood. Сыновний долг. Что за сыновний долг? Fuck. Ничего себе, что тут произошло. Bloom. Hey, Bloom. Tell us what happened, son. You know, they were working together to direct Arinia and and the blood with the blood was everywhere. Amelia. I couldn't do anything. I just... You should have seen how his eyes lit up. Like he finally had someone that spoke his language. And for that person to be William Rentier,
meant the world to him. It's all my fault. I had no proof that the compound worked. And we made some progress and your father felt better, but I gave in to the idea of accomplishment. I wanted it to work. We all did. But I should have known better. And it's my area of expertise. You sure you're up for this? I've been hunting ticks since I was 10. I can track a newborn. That's not what I meant. I've dragged too many people into this already. He's dead. It's time I accept that before anyone else gets hurt. Where do you want to start? Persephone. Chester said that's where they're breeding the bats. He's there. I'll let you know when it's done. Нифига на нем все вот это вот. Как он ходит-то? Пять 625 9 400 7 300. Вот это я хочу. 8 750. Копим. Андалузия. No surprise you picked this place to hide. Упс. Чуть не упал. Так, там тупик. Понял. Одна дорога. Андалусия. Вовремя заряжаешь, я тебе отвечаю. Гром. Очень. Давай перепрыгай что-то. Да подождите вы с этим. Что там? Christ, what a maze. Maybe I need to get up high somehow. Все здесь? Только вот это? Да перешагни ты. Не хочет. А там, видать, ничего нету.
Да будет свет. Там что-то уже слышу. Это что, выйти отсюда? И зачем? А, там наверх не подняться. Понял. Нифига. А вот там что? Чье-то мясо осталось. Так, пора нашу любимую. А, завис, походу. Да не на него, а вот этому. Он берет эту хуебору. Из-за этого я теряю здоровье, блядь. Да ну нахуй. Да. Приколь. Приколь, да, приколь. Ну все, здорово. Да.
ненадолго нас хватило. Как ты? Надо сначала с этими разобраться. Вот так надо было изначально. Вот туда мы не пошли. А там ничего нету. Там обрыв. Сейчас пройдем. Бочки какие-то картонные. I can offer you so much more. I don't understand why you're hesitating. Пропускаем. Сколько тут гробиков. О, схема. Угу. 7600. Я бы хотел сначала вот это. А это потом. Потому что...
Доступно электрическое улучшение для связок. Да, я понял уже. Да, смысл? Ладно, давай. Вызов смерти. О, вот это хорошо. Следующий вот этот будет. Ничего не знаю. Хоть как-то будет мне задницу мою спасать. Хоть хотя бы ненадолго. А, вы ждете меня? Сейчас, подождите. Сейчас. Че вот этот он берет, я даже не пойму. Ну берем и берем. Так, ТНТ здесь. О-о-о. Да что тут происходит, господи? Сейчас меня ослепят. Да не надо было эту мелочь, блять. Вот эту большую надо было. Застрял опять. А, он один остался. Все? Вот сюда надо. Мы все взяли, все взорвали здесь. А, так я забыл использовать гранат. Да я, он и не боится. Он во все оружие, не переживай. I sense you're finally growing up. О, нашли что-то.
Интересное. Деньги — это ерунда. Что мне дали? Потом вот этот надо будет. Новый образ. О, новый образ дали. Да, тут все есть. Осталось вот платок. Платочек найти осталось. А тут все запутано. I hate spiders. And I hate bats. Someday you'd find your way to walking the path I worked so hard to lay down for you. You don't need to do that anymore. Чего? И почему же? Угу. Ну давай попробуй. Ты будешь прыгать в ту сторону? Нет. Значит, он не сюдой. А тогда зачем он здесь нужен? Ага. Понял. Не заметил. Каюсь. Не то. Так, сюда надо заряд. Три заряда. Где заряжать?
Так, вон туда нам надо двигать. Давай, хватайся. Там мы уже обратно не подымемся. Надо тудой. Чего только у нас нету. Весь как навешан всеми. Так, нам сначала сюда надо, да? Something knocked out the power supply. Let's see. Так, тут трос нужен, походу. Вон, там что-то есть. Как и с другой стороны. Ай, блядь, застрял. Ого. И все? Так, надо следующую зеленку искать, что ли? Где горит зеленым? Ну это что такое? А, это трава. Ага, вот она что. По очереди, короче. Ищем зеленку. И там нажимаем. Так, следующую зеленку. Тут обратно уже мы не полезем. Там красная. И там красная. А где еще одна была? Вон там еще одна, но она красная. Так. А в ту сторону мы не пройдем. Никак нет. Вот сюда. Нет. Мы отсюда пришли вообще-то. Ну да.
Так, ищем следующую зелень. Вроде нет больше. Вон красная. Следующее вот это должно быть. Но почему? Один раз проверю просто. Нет. А давай, что-то застряло бы уголек. А вот зеленый. Чё, блядь, по кругу ходишь? Рядом было вообще-то. Там подругу по-любому вон там вот, который был. Зеленый. Давай спускайся. All done, да. Наконец-то. Ого, ты откуда взялся? Происходит. Пизданутся, блядь. Да. Жестокий народ тут. Вон он. Его надо в первую очередь гасить, иначе он с ума вас ведет. Ого, сколько вас тут? Ребята, мы так не договаривались. Еще сверху кто-то поливает. Уходи отсюда.
Да, блядь, заебал ты. Прям на него, блядь, идет. Дурачок, блядь. Что поделаешь? Да притянись ты к нему, блядь! Ой. Это пиздец, блядь. И это, скажем так, не самый сложный уровень, блядь, ага. Это пиздец. А не уровень. Отъебитесь от меня. Остановитесь, блядь. Пиздануться, блядь, сука. Лежать, падла. Ага, хренушки успел, блядь, я. Где еще? Ой. А ты бесь, сука, своей паутиной, блядь. Что это такое, блядь? Ой, сколько тут паутины. Ну еще этот сзади.
Да давай, блядь, к нему, сука. Не притягивает, козлина. Что с ним, блядь, происходит? Как ты появился сзади? Ага, заряжает не вовремя, постоянно. На, сука. Опять застрял. Там бежит. Опять со своими зарядками. Воу-воу-воу! Еще один! Притянись, козлина! Сука! Блин, это нехорошо. Папаша-то превратился, все. Он сейчас вынужден будет его убить. Что вот эта хуйня такая вертится, блядь? Алмазы можешь собрать, блядь, на дорогу. Фейерверк. Exact opposite. They reinforce the hierarchy and the powers that be. The sobering truth is, the system doesn't respect ambition. Everything's designed to keep us in our place. I see that now. I see I was bound by the rules others imposed on me. And I now realize if I am to achieve anything, I must break free. Все, закончил. Yeah, another one of your glamour tricks. This new world. The strong to guide the weak. We can still walk this road together. Как туда мне перейти? А, сверху где-то. То есть ты тут не залезешь. Я понял.
bats breeding like rabbits. Christ. И зачем мы сюда? This is how we leave our mark on the face of the world. Не, я понял. Что там получил? Нет, мне не надо. Вот это надо нам, пускай будет. To my son, Jesse. I know I wasn't a good father. I was too busy trying to save the world to make time for you. That made you feel like I didn't care. That you weren't good enough. The truth is, it was me who wasn't good enough. I failed everyone. After all I'd done, after all the death and mayhem, innocents were still being murdered. I couldn't put an end to it. Evil walked among us, and I couldn't even protect our own home. The truth is, I always hoped you'd achieve more than me, that one day you'd be able to take great pride in your accomplishments. You still have time. I don't. My time is done. I hope you understand why I decided to make the choices I did. To new beginnings. Вот любители письма писать, блядь. Поднимаемся на ринг. Сейчас кто кого порвет. Какое местечко он себе нашел. Все еще горит, а тут деревянная все конструкция-то. Сгорим. Нифига, у нас вообще газ что ли тратится? Let her in. She makes us strong.
There is no us! Listen to their song, son. This is the final frontier. A final choice. Forget gauntlets and cheap electrical tricks. All that truly stands between us and godhood is a drop of blood. Is that the same choice you gave to Virgil? Virgil didn't matter. He has no place in the future. Think of what you can achieve with the power we've been handed. You are worth more than any of them. I cannot apologize for progress. You adapt, or you die. I've heard those words before. She's in your head. Enough of your petulance. I am your father. If you will come willingly, I will make you. Whoa, whoa, whoa. Не работает. Да бери этот. Что и следовало ожидать. Не успел. А, у меня не работают эти. Где ты? Ясно. До свидания. Да, блядь, не вовремя, сука, заряжаешь.
Вот опять. Да, заряди ты уже свою перчатку. Весь в пиявках. Иди нахер, сука. Вот опять заряжает, сука, не вовремя. Гандон. Я же нажимаю, сука. Я не знаю, сложность уменьшил, нахуй, ебалый в рот. Если он меня вот так вот убивает, то я уж не знаю. Chance,
Ай, сука, обманывает еще. Он должен был вот так сделать, блядь. Вот гандон, сука, обманывает, блядь. И что случилось? Ох ты, ёб твою! Вообще отлично. И как его победить, блядь? Да нет, ну не надо так. Где ты, блядь? Я жизнь. И как его сейчас? Облако этой хуйни. Конечно. Да двигайся к нему, блядь. Закрылся. А прямо на них. Хули нам.
Ого-го-го-го-го-го-го. И? А, это... Понятно. У-ху-ху. Давай заряжай. Ага. Надоел, блядь. Нифига его изуродовало. We could have achieved great things, son. We did. But then you died. It'll take more than bullheadedness to find her. Carmine, we'll stop her before she reaches DC. I taught you well, after all. You just pray it was enough. Все, готово? Ну так сиди, ставь, зови всех. Я сейчас заканчиваю. Как заканчиваю? Поставлю на паузу. Потом продолжим. Это жесть. Это на самом слабом я. Вот. What's it say, Mr. Gravener? William Rentier is dead, kid. Oh. Jesse needs us in Carmine. Looks like we're robbing a bank. Fire up the airship, Bloom. Well, technically, sir, it's a lighter than air vessel that... Wait, what about Mr. Harrow? Won't he be upset that we've stolen his government-issued vehicle? Harrow can suck my... Fat dick? Yeah, exactly, kid. На нахуй, я пришел. Опять ТНТ везде, блядь. Сейчас начнется. А, там пулеметчик. Понятно. Мы его долго будем так глушить. Well, it was straight ahead. I'm taking it. Slip around past them. Oh, but I'm dead. Тихо, 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 тихо. Да. Согрейся, блядь. Бабах! Фига тут. Чё тут происходит?
Ладно, пойдем. Сейчас очко возьмем. Какое только очко взять? Вызов смерти, против смерти урона, ага, вот это надо. Улучшение. Что я хотел улучшить? Гранату я хотел, бабах вот этот. О, хорошо. Нифига, да? Поезд. Ой-о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 й
О, привет! Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну все, вам хана, ребята. У-ху-ху, бля! Я тебе дам фаер, блядь. Еще один чертеж. Хорошо. Пулемет. Луч смерти. 10800. Они охренели ли вы? Тут, блять, понимаешь ли, сука, мир освобождают упырей, они мне за каждую покупку, блять, погон денег просят. Хуеть. Что там? Они под защитой, короче. У-ху! Баба! Испарись, нахуй! Ой, что тут происходит? Дайте понять, что происходит тут вообще. Стой, блядь, на месте, сучок. Нам не угрожает, походу, он. Странно. Всех должно убивать, вообще-то. Да что эти 120? Damn, И зачем мы сюда поднимались? Чтоб спуститься? Да. Подожди, подожди, тут что-то есть. Вон наверху, видишь? Не просто так это все.
О, я говорю. Что там, блядь, уже? Охуеть. И ты прямо на их лапы хочешь, да? Ну, конечно. Здорово. Чанга! Воу-воу-воу! Не-не-не, успокойся! Короче... Все. Нет, закрыто там, блядь. А, они сверху сюда не попадут. Не пойму я. И почему же? Почему они не подыхают? Он весь в болтах. Очень, как будто бы я что-то не сделал, вот. Ага. Ага. Разрушитель. А я бы хрен догадался бы, блядь. Felicity, I'm coming. Fucking maniacs. Детский рисунок Felicity. А нет, у нас ничего нету. Ага.
Понятно, опять искать. Кэш. Кэш. Смотри, везде кэш, смотри. Мы в банке, чувак. Окей. А, смотри, сколько кэша. Что-то маловато держат они в банке. Не доверяют, видать, походу. А вон он. Не? Ага. Было бы так легко. Один есть. Остался еще один. Бам. Так, второй куда идет? Вон он. Все так легко и просто. Я думал, сейчас будем, блядь, полчаса искать. А тут нет. Все рядышком. Бери. Не хочу. Ёб вашу мать! А это, блядь, что такое? А, тут не все так легко, как кажется. Ой-ой-ой. Бам! Че ты ходишь туда-сюда? Вот их, короче, калашматят. Да не застревай только, пожалуйста. Не успел. Я первый. Еще одно очко. Новый уровень 19. Ясно. Да я понял, что доступно. Сейчас, подожди, не торопи меня. Ага, здесь закрылось сейчас тут. Подожди-ка. Тут же два вроде, да? Ну да, надо сверху. Эш. Скажи. Прикольно он так говорит. Эш. Это disgusting. Отец и дочь. Приемная. Road clear. Все, ставлю на паузу. Продолжаем дальше. Так, это был третий, нет? А как отсюда выйти? А, вот. Нет. Сверху, походу. Ничего такого не вижу.
Ага. Бабах. Найти Фелисити. Сейчас найдем. Father's eyes, and you're just not that important to him. Where is she? William considered you a rabid dog. He tried putting a leash on you, but you're just too wild to tame. He didn't understand. It's not anger that drives you, but the fear. You knew you could trust yourself without your father's guidance. You're just a scared little girl. Scared of change. Влево. Give up, Jesse Rentier. We've always been one step ahead of you. I know you're sharpening your teeth for the president. You want to turn him? Не пей эту гадость. But since I shut down your leech farm and stopped the plague, there's just not enough of you freaks to simply walk into the White House. Подожди его нахер. How does she plan to do it? No! Stop! Chesterfield Opera! There's a premiere! President will be there! Exposed! With almost no security! It changes nothing! Washington is too far from here. You'll never make it in time. Watch me. О, на чем надо полететь? О, я так и подумал. Surely a bunch of her freaks protecting the show. Every На тарелке лежит, бля. Stay focused. We can't allow her to get to the president. Lock and load. Все в сборе. Send Felicity our regards. Let's tear these fangs, sons of bitches, and you asshole. Seriously? What happened to Potty Mouth? Красота. На. Бабах. Все. Вам кранты. Сколько их тут-то? Да хватит уже, а?
Куда собрался стоять на месте? Ай-яй-яй. Где ты, блядун? Привет тебе, блядь. Что еще? У-ху-ху. Прям опера. И музыка как раз подходящая. Все, у меня достали. На. И один остался. Я же убрал вот это вот помощь прицеливания. Я же отключил. Сейчас, подожди, подожди. Тихо, успокойся. Все будет хорошо. Сейчас тебя вылечим. Вот, вылечили.
Мясорубка. Восемь тысяч. Два очка. Короткое замыкание. О, вот это надо. Нет, я не хочу. О, только мне не хватает. Бесплатная пуля мне не надо. И не пойму, надо он мне, не надо. Улыбочку. Благодаря более эффективности. Лишь мы эффективности. На 20% больше. Вот это я хочу. Угу. А это тоже хорошо. Только мне и там не хватает. Это все изучено. Это я не хочу. Девять четыре. Да блять, так что за... Опять большое пространство. Да иди нахуй отсюда. Застряли опять. Уйди отсюда. Горите. Да не туда, вот кому, да. Не вовремя. Ложись.
первом ряду. Нафиг отсюда. I'm so glad you're here to witness this great change. With the president joining our bloodline, sharing his secrets just like your father did, we cannot be stopped! We'll see about that. I tried to make you understand. In order to build something, you need to demolish its past. Your stupid ambition took everything from me. You turned my father against me and everything he stood for. That was a fate worse than death. I'm here to make sure you won't do the same to anyone else. Ни хрена ж себе. Воу-воу-воу. Успевай, сука. А энергии нету. Фига она сильная. Да ну тебя. Ого. Все, конец. Да как тебя победить-то, блядь? Охренеть. Что надо творить? У нас шансов ноль, блядь. Даже при легкой сложности. Ну, конечно, я не успеваю, блядь. Да сколько можно прыгать, блядь? Так чё ты... Да, пиздец. Пиздец! Уходи, блядь. Уходи, эта сука ебанутая. Почему у нас энергии нету? Leadership
Да когда ж ты, сука? Вот ты дурень. Да этот пулемет ей похуй, вообще насрать на него. Ей. Все, пиздец. Убила, сука. Да как она тебя, блядь, задевает-то, я понять не могу. Пиздец. Чё она творит вообще? Да, блядь, ты заебала. Да сколько можно? Пиздец, блядь, раздавила. Нахрен. Энергии ноль, блядь. Да кинешь ты, блядь, гранату, ёб твою. Хватит прыгать. Это пиздец. Ой, блядь. Сука. Она меня достала уже. Я не успеваю от него уходить. Это самый легкий уровень, ёб твой, блядь.
Откуда он самый легкий? Это, блядь... Пиздец, она не дает нереально никакой возможности, блядь. Сука. Пиздец, блядь. У нее площадь, блядь, огромная. И она еще прыгает как... Давай к ней. Все, началось. Ебатория, блядь. Что? Еще крупнее, блядь. Да ну нахуй. Еще крупнее стало, блядь. Откуда она такие объемы берет? Охуеть, блядь. Что, блядь, происходит тут? Ну да, да, на меня еще сверху, да, конечно, да, да, да. Блядь, ну... Остановись, сука! Да ну, ты чё, блядь? Уходи от этой ебанутой! Началось, блядь, покатушки, сука! Побегушки! Охуеть. А на меня сверху кто-то капает, блядь. А, у меня граната не готова. Устала, заебалась, да? Да зачем ты это сделал? Где сейчас она, блядь?
Где она, Керри? А, вот она. Блядь, она еще закрылась. Да успокойся! Он из жизни нету, ни хера у меня. Да вот отойди ты от нее. Это пиздец какой-то. Побежали, побежали, побежали. Ага. Побежали, блядь. Да иди к ней, блядь! Долбоящер. Всё. Чё я у неё беру? Я у неё ни хера не беру, блядь. Да уходи, блядь, что ты стоишь? Отойди от меня, блядь. Уходи сразу от нее. Следующий акт. Еще больше. Еще страшнее. О-о-о-о. Охуеть, блядь. Ха-ха!
Эй, еще заряжает, блядь, не вовремя. Сука! Как ты заебала, блядь! Самая легкая сложность, блядь. Самая легкая. Охуеть, блядь. Рентьер, ты beautiful son of a bitch. You did it. The situation is contained, sir. The смотрите, где он был, блядь, из Гандон. Put to good use. It was just a matter of proper management. We couldn't allow for it to be led like a small town family business. Or even worse, to be run by a woman. Sir, this man continuously abused his position of power for personal gain. Хоть кто-то, блядь, хоть his у кого-то яйца есть, alone, he should be put behind bars. Надоел. Dr. Blackwell here has shared some rather interesting information on your conduct of late. If even half of those allegations are true, I'm afraid you're done for. Mr. Rentier, your father was a great friend. Seeing your performance today, I have no doubt that his legacy is secure. I wonder, it appears we're down a Secretary of War. Ever see yourself in the Capitol, son? Oh, I ain't much behind a desk. Fair enough. Then I'll see to it that full control of the Rentier Institute is returned to you. I'm afraid only you have the, necessary skills to deal with a conflict like the one we appear to be facing. We do, sir. We do. But to win this, we need to be bigger than ever. And smarter. With better protocols. And stronger lines of communication. Well, it sounds like you two have it all under control. You've got my full support in any way I can provide, son. Carte blanche, as they say. Sky's the limit. Все, конец, что ли, игры? Я прошел. Ну да. Всем спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Всем пока-пока.